А ми його підтримуємо в цій молитві. Слава Ісусу Христу! Братья, сегодня молюсь молитвой благословения, молюсь за Израиль, молюсь за Украину и за всю нашу истрадавшуюся землю. Пусть Господь благословит сегодня по богатой своей милости, и пусть сила воскресшего Христа действует на нашей земле. Во имя Иисуса Христа. Да, аминь. Благословен Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови, Господь, землю нашу. Боже всемогущий, благословляю Твоим священническим благословением сегодня Киев, благословляю Украину, благословляю Израиль и Иерусалим во имя Сына Твоего, во имя Твоей любви. Благослови, Господь, потому что кровь Твоя святая была пролита на Голгофском кресте за всех нас. И Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И как сегодня звучало в этой песне Валерия Горова, «Хайлунай песня над схилами Днепра, Иисусу слава, Иисусу слава, навеки». Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврех Адонай веишмарех. Ядер Адонай Панав Элейха Вихунекха Иса Адонай Панав Элейха Веяселеха Шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машехейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, Царь великий, Бог богов, Господь господствующих, благослови землю нашу, благослови по богатой своей милости. Боже, во имя Христа Иисуса. И в эти дни, когда миллионы людей христосуются, когда миллионы людей воспоминают чудо воскресения, воскреси землю нашу. Спустила воскресшего Христа, действует в нас, верующих, и через нас могущественно. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Слава Иисусу. Аллилуйя.